Состояние автомобильных дорог на протяжении долгих лет является основной проблемой жителей микрорайона Московский. С течением времени асфальтное полотно дорог пришло в негодность. Глубокие ямы, ухабы, которые после дождя заполняются водой. Тем временем в районе несколько образовательных учреждений. Кроме детских садов, на перекрестке улиц Медведева и Хаджимурата Дзуцат в здании первой школы располагаются сразу три учебных заведения. И по этим плохим дорогам приходится каждый день ходить или ездить сотням людей. Несколько лет назад участок проезжей части на улице Медведева был заасфальтирован, однако осталось уложить асфальт протяженностью около 30-40 метров до указанного перекрестка. В этом году мы надеялись, что какая-то у нас экономия выйдет из тех работ, которые мы благоустраиваем город, но у нас на этот год не получилось. Но я уверяю всех, что в будущем году мы устраним эту проблему, что мы благоустроим и заасфальтируем тот участок, который испорчен. Не лучше обстоят дела на других улицах и переулках. В ветреную погоду пыль поднимается столбом, а в дождь по ним не пройти, не проехать. Городская администрация заверила, поэтапно проблемы в микрорайоне Московский будут устраняться. Это вот центральная улица, это возле школы и детского образовательного учреждения. То есть других улиц не коснутся вот эти работы, да? Если даже это все зависит от средств и возможностей города, потому что у нас все ограничено. По части улучшения дорог, так и возведения необходимой социальной инфраструктуры. А жителям остается вновь ждать перемен. Анжела Кокоева, Регина Черткоева, Аида Кочева, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня.